Начнем с главного. Секрет разбитых дорог Мордовии раскрыт. По традиции ответ нашелся в Рузаевке. Вот почему у нас в Мордовии хуй дороги. Их сидят и долбят. Но какой бы гладкой ни была дорога, на ней не всегда все гладко. На легендарном спорном кольце Химаша снова встретились два водителя. Каждый думает, что прав. Правил учи, друг. Что? Правил учи. Какой ты учи? Кольца. Правил. С кольца как садить надо? Иди ты в лес, какой с кольца сходить? Чудо, блин. С кольца как садить надо? Я тебе еще раз сказал, слушай, здесь две полосы. Две полосы, с кольца как садить надо? Одно кольцо, две полосы, как выйти из замкнутого круга. Практически загадка получается. Ровно как и поведение водителей общественного транспорта. Тоже оставляет вопросы. Андрей Карин назвал этот автобус бешеным. А вот Алексею Хомутову на дороге, можно сказать, повезло. И необычное животное увидеть, и с ним не столкнуться. Олень, олень, маленький бегает, смотри. Ой-ой-ой, маленький, ой-ой-ой, упал. Исполнить кульбит на дороге и не упасть, в общем-то, талант. Вот этот человек из Рамаданова им явно обладает. Весело, беззаботно, в явном противостоянии с силой земного притяжения. И есть варианты развития танцевальной карьеры. Можно добавить спецэффектов. Или пригласить в дуэт, ну, хоть кого-нибудь. Или добавить чуть больше пластики, грации и желания не выходить из состояния невесомости. Одним словом, рамадановскому танцору есть к чему стремиться. И однозначно у него есть шанс стать настоящей звездой. Ну а люди, такими талантами не обладающие, этой весной просто наслаждаются природой и видами родного города. Наслаждайтесь и вы, и обязательно снимайте самое интересное, а может быть возмутительное, на камеру. Так уж точно есть шанс стать героем ваших новостей в наших новостях.